Да, нашего лидера снимают. Сегодня, да. Браун, типа, хотел, чтоб я на лиду встал, но вот эти пришли. Ну, сейчас, короче, что посмотрим. Прошу всех внимания, начинать заседание. Нормальное заседание суда, он АФК. Блин, вот я хочу в заседании сюда, вот прикинь, сидишь за Приезжай в судью, сам правительство. перестаешь судьбу такой. Так, ты будешь арестован, так, тебя в КПЗ, тебя снять, а ты А тебя вообще на лидером миллион, поставить. да, тебя лидером поставить, такой бомж бомж такой, о, спасибо. Что ямба. Почему-то мне кажется, что он офница. Ну тоже, потому что его зовут Илья. Умеет. Вот. Так, мне пишу сообщение. Давай, кто... давай, я выйду. А они не разрушили двигатель. Крик. Сейчас еще раз повторим сообщение. По-моему, все. Давай вместе выйдем, чтобы по колесам пострелять. Я возьму стрелочку. Главное РП. 3.2, значит, да, оформлю. Ярик водила. Нормально на Зонтексе. О, он завел двигатель. Нет, мне показалось. Давай я выпишу. Да, давай выписывай что-нибудь. Встречка, да? Да. Чем мне пытаются дом под Вейнвудом продать за 20 миллионов? Все, поехали. Сам, ну это что стоит, черт. На дороге остановился, можно его стопнуть. Это ФБРовцы едут или как? Да, похоже. А, нет, это не... Нет. Так, а грузу... мафиозников? Не. А чё они тут? Это байкеры, это мафиозники, да. Приеду к правительству и всех расстреляю нахрен. Адекватность. Не повторяй судьбу Рэйчел. А чё Рэйчел там бомбануло? Так, вроде нормальный чел на гитаре поет. Ну, играет. Ему сказали, что Даню сняли, он такой... Капсом записал, сказал, поехали ДМить ФБ. Ну, я такой, поехали. И тут началось. Так, а ты можешь код какой-нибудь записать в рацию? Чтобы... Или в департамент написать все? Ну, СФА, типа, воздва следовательная активность. Ты знаешь, тебе беспалевные копы наблюдают за ним, прям за ним. Мне кажется, да, мне кажется, они на корабль едут. Не, а хотя да, кстати, корабль. Но если они наедут на корабль, то не надо. Это стажёр, слушай. А где 10-й ваш ранг? У нас его нету.
В смысле? Не, Нет. уезжай, уезжай, А, он уезжай, же... уезжай. Он ушел уже, что ли? Да. Давно? Ну, не знаю, я вот поставили недавно. Так его и в сети сегодня не было. Он в школе учится еще пока что. Что он в школе? Он уроки делает. Да. Значит, девятка, я тебе так скажу. Тебе снимают поста. Значит, суд сейчас будет. Поста снимают тебе. Я не хочу вмешиваться в процесс. Они все делают правильно. Почему? Потому что когда ты изъял, это было еще на 8-м ранге, то, что это не твои патроны, ну, тут как бы это один вопрос, а другой вопрос, почему ты их сразу же не сдал? Тебе их надо было сразу же сдать не армии, так этому ФБР. Вот. Я не знаю, все РП-процесс, сможешь выкрутиться, выкрутись впереди. Не сможешь выкрутиться, ищи адвоката, там, сможешь выкрутиться, пожалуйста, выкручивайся. Я просто тут сейчас не лезу. У тебя классный голос, ты шел. Это Рой? Да, это Рой. Так, не смысл искать адвоката, если адвокат находится в Фоме Кардоса, и он как бы, типа, подкупной, зачем мне это надо? Да не, ты своего найди адвоката в твою пользу. Так они мне предоставили его и все. Я могу быть адвокатом. Ну ты отклоняй, ты скажи, я буду нанимать свое право. Скажи мне, ваш адвокат не нужен, у меня будет, так будет качать идет. В мою пользу. Что понимаете, это РП-процесс, вы сами не шевелитесь. Хочешь, не хочешь терять 9-й ранг, выкручивайся. Представь, что ты в реальной жизни, что бы ты сейчас предпринял? Убить ФБР. Ага. Я вам потом убил. Меня зовут Бити Бала. Все в ЧС сразу же улетят. Давайте здесь без матов. Ладно, извините. Почему? Так, ладно, все, я убежал. Девятка, я тебе желаю удачи. Надеюсь, ты выберешься. Все, я побежал. Помним Скорбин, Кенша, Ниша. 9-й ранг СФПД. Я могу быть твоим адвокатом. Могу тебе сказать то, что эти патроны там. Ну что типа можно сказать? Учебный. Ха, интересно. Правительство дало адвоката, но он Фоме Кардоса. Чё за бред? Это мы слышали. Так они подкупного дали адвоката. Можешь меня там взять, я как бы учился на адвоката, но пошел в ментурку. Ну как бы да, тяжелые времена в США. Ты там своего друга там говоришь, типа вот там адвокат. А типа вот сертификация, адвокат, там не знаю, еще что-нибудь. Что-нибудь придумать, короче. Можешь поддельную сертификацию адвоката сделать? Хирота, вот мы катаемся, ни одной машины нет. Я что ты сел? Это кто сказал? Не, он тупо нарушает, я вижу. Так это работя. А, он с сиренами едет. Он с сиренами едет, значит, сыном. Я бы в РКПД вернулся. Я бы тоже вернулся. Можно будет свои очки-то залить. Я могу в МЦ вернуться, там лидер возвращается. Любимым. Там же не интересно тупо стоять на месте и продавать мид-карты и хилки. Ну так 7-й ранг. Ты что? Ну, так... МЦЛС? СФ. Ну в СФ ты чё?
Не знаю, зачем как хочешь. По-моему, лучше остаться в этих ментурах. Да, я так думаю. Или пойти, кстати, в тюрьму. Типа там прокачаться и это, продавать эти досрочные отпуски из тюрьмы. О, смотри, вас обьет. А, нет, показалось. Проникновение на территорию военной базы, кража военных боеприпасов. Чего? Вот чё, это... честно, ёпта? Я, конечно, у меня... Я знаю, что у меня фрапс идет со звуком, но это ебанулись просто конкретно. Мне легче вообще тут расстрелять всех к херам, получить там сколько... А, ебаный путь. Я просто... Я в тюрьме не хочу сидеть, дайте мне варенье. Опа! Сука, не, я жалобу... Давай материал заскочить. Давай, я не против. Так а будет, да не, вас сначала... уволят, но нахер не надо. Да, я напишу ошибка КПК. Кстати, стреляй по шинам, эта дура не остановится. Хотя стоп. Зачем вышел? Так, я так вот заболиходил. Нет, закон вы сбил уже приобретения оружия. Что? Чего? Должность полицейского командор. Проникновение на базу. Тупая вообще херня. А, незаконное приобретение оружия. Что? Ты что, уже все суд идет? Я сейчас, блин, я просто, блин, ну нету людей тех, кто нужны мне, сейчас помогли мне. Короче, если снимут, я на втором аккаунте. Пацан в маске, пацан в маске. С тобой это, в Якиго. Бронежилет отдел, все, снимите маску. Так, он снял вроде. Он опять маску одел. Здесь все куплено, 100%. У него оружие, помогай. Он достал оружие. Квариста! Алло! Алло! Алло, дура! Алло, дура! Проснись, мы обосрались, нас сейчас расстреляют. Привет, всему отдел. Так. Что-то с кулистой, когда челики достали оружие, один ушел в ВК от смерти, а другой уехал. Достал оружие, хотел расстрелять нас. Но я-то самый быстрый глаз, самая быстрая рука. Кому секрет один? Давай, очень расскажи, интересно. Очень интересно вообще. Не, на самом деле, реально интересно, давай. Ну, секрет, ты чё, давай. Что еще раз? Приват только. Есть
Ладно. Я не хочу заходить в приват. Любой заходи. Да? Хотя можно. Так, давай в какой-то приват комнату. Иду вон во второй. Алле. Алле. Алло. Алло, ты где был? У нас чуть не расстреляли. Я, конечно, самый умный сразу уехал. Этот человек, который я... Ты попросил маску снять, он опять дел, достал оружие. Я увидел, начал стрелять по нему, когда он достал оружие. Он сразу ушел в кай. Этот чел, таблица, просто уехал. Чтобы достать оружие, одеть маску, бронежилет. Ну, короче, два варна им бы было бы. У меня коробца не было. Мне надо. У меня правки. У меня что-то все сервера сам просто. А, вот. У меня вообще будет вопрос. Короче, мне, Хири. Мне Рэйчел позвонил. Аниша. Хирито, Аниша. Ты чё? Короче, вместо твоей... На твоей машине патрульной будет написано мусор. 100%. Да. Да ладно. Ну что, Кенши? Кенши, ты тут? Ну что, тебя арестовали? Да не, еще суд пока идет. Короче, блядь. Хирото. Мне позвонила Рэйчел.
И что дальше? Сказал, что ты делаешь в СФПД? Ну что, на РКПД, что ли? Так ее уволили. За ДМ. Замарнили, наверное? Нет, уволили. Что случилось? Конец света. Кен, что тебя ФБР выгнали? Сейчас выгоню туда. Что, не дошли до этого? Просто в группе... Я могу быть адвокатом. Не, я просто в группе посмотрел, там ты написал ФБР не люди. Ну так это правильно, потому что они меня начали снимать, лице такое не было ему. Блин, что творится вообще? Вообще, что творится? Никто не виновен, кроме ФБР. Говнюки ФБР вообще. Потом ты переходишь в ФБР, да, в пятом ранге? Знаем, таких как вас. Говорите, значит, ФБР говно, а потом писать, кто идете. Я про ФБР ничего не говорю. Потом перевод, да, потом перевод просите и переходите в ФБР, а потом все. Здорово. Тебя поставили в такую ситуацию, что тебе предоставили адвоката и дали ровно 15-10 минут, по-моему. И мы с ним вот эти почти 10 минут это все размусоливали, я ему это объяснял и все. Типа, и адвокат стоит на фрапсе, молчит, ничего не говорит просто, и все. Типа, это тупо. Это дико. Срочно массовый побег заключенных. Кстати, да, я заметил, что он молчит. А мы можем ехать в тюрьму лететь? Стоп, если Тони уходит, да уже скоро, ну сколько там, или он ушел? Кенши. Кенши тоже сейчас выгонит, кто будет за лидера? А мы можем лететь сейчас на тюрьму, там побег массовый. Чё? Там побег массовый в тюрьме, мы можем туда лететь? Хирота, иди в гараж. Вы соображаете, мы можем лететь на массовый побег заключен. Я в отдел свалил. Кенши. Тебя уволили? Нет еще. Да нет. Но могут уволить. В смысле еще? Че ты делал будешь? Они сейчас до него доебываются. Вот эти последние два дня они до него доебываются. Перед уходом Тони они будут его это прям контролить. Они от Хенши не отстанут. Поехали. Красавчик, да, первое. Поехали в тюрьму. А нам можно ехать в тюрьму-то? Да, всему министерству юстиции сказали. Так и чё? Давай, поехали, никто не едет. Не ехать, надо лететь. У нас это... А, там у нас ОСПД есть, шериф есть, так что они, наверное, сами. Так они заняты. Так у нас формы СВАТ нету. На 6-й ранг, по-моему, для чтобы ехать. Кенши! Подожди. Мы на вертолет не полетели. Маски. Не знаю, мы... Мы вообще без этого... Я не знаю, как вообще с ним тюрьму залетает.
Мы же не знаем, где она находится. А, вот, все вижу. Мне чувак в Дискорде скинул фотографию. Там написано «Мусора стоп». Я не знаю, к чему это. Сли. Да, по-моему, они работают. Давай лети к этим, к листам. Давай к военным спросим, типа, что происходит. Приземлись на крыше какого-нибудь здания, не знаю. Ну, вон, на будке. Не-не-не, вот тут сядем. Майк дроп. Губернатор такой стоит за дверью, охранник. Охранять, чтобы никто не вошел. Так, вы в мэрии сейчас? Я да. Да, сейчас. У них будет вроде через час собрание. А ты где, Кенч? ФБР. В этом правительстве здания. Ничего делать нечего. Вообще долго думала. Ну, оставил их себе на сохранение. Потратили пять минут своей жизни. Сидели по жунь перед у нас. Вы хотели порофлить. Ладно, удачи вам, не обосритесь. А ты что, обосрался уже, что ли? А, это кто был? Это Ангелина. Я думал, это ты, Кен. Да что у тебя там нету, что ли, адвоката? Да есть, только он подкупной. Так вот. Я мог бы быть адвокатом. Я много фильмов смотрел. Я бы им сказал, что они подкинули. И тебе. Пожилые приколы. Привет.
карма. За попытку слила. Ой, мне тут только что посадили. Жалея. Сына никому не пригодится в ближайшее время. Буду сказать, чес в штате. Ух ты. Такой большой список причин, почему я не могу написать сам себе. Я аж офигел. Давай новую тачку возьмем. Долго ты думал? Нет. Смысл мне что-то говорить? Смысл? То смысл мне что-то говорить нет. Потому что смотри просто Кардоса Брадерхуд, Кардоса Брадерхуд, Кардоса Брадерхуд. Теперь у вас несколько комбо просто все это нет. А где у вас суд? В правительстве. А мы юрисдикцию не можем нарушать. А мы можем быть типа свидетелями, переодеться и идти. Вот, типа, это на самом деле ничего не было, потому что я видел, и я откинул. Тут нельзя, ты что? Нельзя так. В смысле? Тут, вот, у этих надо спрашивать какая-нибудь. А почему нельзя? Это РП, нельзя. Ну, у них это... Подожди, сейчас я на вопросы отвечу, эти тупые. Нет, а почему поликар у меня какой-то? Кто патруль пойдет? Я пойду. Гоя. Парковки. Я тоже. Жду в автошколе, я возле автошколы. Парковки. Сейчас сразу закаркали на патруль. Сразу, кто патруль, заходите в Discord патруль. Блин, почему я офицер, когда я поставлю себе... Так, любое звание офицера, если ты не... Ой, чувствую дэм. Ааа, дэм. Я готов его задэмить. Ну, бронежилет одел. О, кстати, правильно. Покой. Покой ты. А что ты его не пакуешь? Так он сел. А, ясно. Да, не стреляю.
Это ведь о РП, да? Он с оружием! За оскорбление. А я могу его просто сейчас обыскать. Давай его сейчас привезем участком. Пусть не сколько хочешь. Он у него на пропсе будет, то, что он достал этот оружие. Найди, ты вроде находил уже. Еще раз. Найди этот. Оружие в открытую, там кто-то есть. В нашу сторону направлялся с оружием. Это что? Это вообще можно за провокацию, в принципе. Четыре шесть провокация. Не можно его кинуть. О, общаемся с ютубером. Давай его уже обыщем. Ты его уже ведешь? Обыскивать будешь? А, патроны... Ой, нет. Патроны есть? Не показал. Ну, по-моему, НРП с его стороны так. Так, оружие есть. Кстати, фри... это, заскиньте, что ты его обыскал. Поедем в столицу. Еще раз только надо будет отыграть арест. За обыск плюс потом арест. Там баллы, по-моему, что. Блин, я забыл за скрин. Давай еще раз. Ну давай вот тут прямо обычно. Обучись. Этот игрок не обездвижен. Да, 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 ЖБ. Игрок не... Ну чё, ГГ тогда? Всё, начинается тогда.
Приговор. Сейчас нужно оглушить игрока. Что за фигня? Отойди, я оглушу его. Да не меня, его! Что за фигня? Откати этот выстрел. Пятьдесят на пятьдесят, что тебя посадят. 100% то, что меня снимут, и 101% то, что меня посадят. И 100 миллионов % то, что Такуми будет сосать на посту 9. Все. Ну-ка, отведи его подальше. Потому что при том, как я буду фрапсы заливать, я все, весь звук удалю вообще. И... когда будут ГРМП, ГРП, то имью все сосать просто. У них не будет выхода. И все. Ну да, чем, короче. Короче, скажи ему. Короче, веди его за собой к полицейскому участку, он пусть сядет. Или пусть сейчас я. Ну и чё? Давай попросим админа вкикнуть его или убить. Да лучше убить его, наверное. Оклеветал правительство, господи. И чё ты делать будешь, скажи? Когда тебя снимут? Все, улетел. Херо, ты слышишь? Да. Они все втроем катают. Не знаю, втроем, типа, наверное, сильнее. Ну мы же про скилл тащеры и руки. Я в последний раз мы с тобой в больнице сидим. Ля какой, ля какой. Кстати, меня ни разу не сливали в СФПД. Ну, что-то тройка. Так меня тоже никогда не сыт. Не сливали. Тупо ливнул. Круто. Что вы там целый час делаете? Не знаю, я просто не хочу, чтобы меня в тюрьму посадили, и все. Мне вот это самое главное. Ты типа сейчас с ФБРом общаешься? Нет. Судом. С Губером. Так я и не могу общаться с ним, потому что меня туда не перекинули, сидят там как крысы обсуждают. Нахер мне это надо? Просто пусть это будет на их совесть. Хирота, у тебя есть РПшка? А? Ты мне? Влад. У меня нету. Погнали дело. Сегодня после 9 это... Давай еще полистим, что там было. Приготовляется к 15 годам заключение в тюрьме строгого режима по обвинению. Ебать, статьи такие смешные просто. Господи, мне легче сейчас
Просто взять и оффнуть. Вот и все. Просто. Какая крутая какая крутая РПшка у вас там, я смотрю. Ля, какие. А ты прикинь, не зальёшь ЖБ типа офф от ареста. Мне похуй. Это вообще, допустим, считается за грубое нон-РП, по-моему, за это бан. Грубое нон-РП? Ты тупой? Ты понимаешь, грубое нон-РП, это с их стороны, когда они беседу чекнули, да? И за беседы меня сняли. Вот это грубое нон-РП. Беседа в ВК, ты не понимаешь. Ты просто не понимаешь саму суть этого. Мы тебя девятки. Они, наверное, хотят лидеров поставить своего, кстати. Меня сняли с девятки из-за того, что я, типа, мнение свое о Такуме высказал. Такуме обиделся, все этот, пожаловался Фролову, потом пожаловался Марку, пожаловался Эдику, и из-за этого меня снимают. Решение суда окончательно не подлежит к обжалованию. Вступает в силу с данного момента. Я с Фроловым поговорю, не бойся. Ой, господи. Хирота. Чё? Сколько там бан за грубое нон-РП? По-моему, 30 дней. Решение суда. Да, вообще неправильно он это сделал. Не лишь причины расчета. А ты слышал, что ему там ФБР предъявил? 15 лет тюрьмы. Да я бы лучше 30 дней в бане отсидел. То же самое хуй. Я сейчас угарну, если они мне еще ЧС право дадут. Ебать, это они вообще попали по полу. И такие мне статьи просто написывают. Господи, почему их родили вообще? Почему они в СМИ не пошли? У них же такая богатая фантазия. В СМИ не интересно. Воу, видел, как пролетели? Нажми на Alt. Что еще раз? На Alt. Нажал. Вот. А, типа... Улетаем. Видел, да. Сейчас я устроюсь с этим адвокатом, к тебе приеду быстренько и все. Давай. Я не против. Тебе посадили. А в курсе то, что они сейчас, ну, когда будут лидеров выбирать? Стой, Влад. Еще раз поясни ситуацию. Ты с ним срался в ВК, после этого он нажаловался всем, и они сейчас тебя лишают, типа... Снимаю с девятки в этом, да? Уже сняли. Так, понятно, просто. Ну все. Кое-кто оказался прав. Я больше не пойду. Даже на новое. Впервые меня, блядь, гасят, пиздец. Господи, вот такая хуйня, просто пиздец, блядь. Шестой уровень розыска, блядь, пиздец. Это горячо. Там поехал на этой машине. Он же по-любому не этот за... У кого там шестой уровень рос? Кто там меня хотел в этот выкинуть из КПЗ? Барон. У тебя адвокат сейчас? Нет, из другой команды. Да блин, зачем мне? Не. Ну если ты хочешь меня спасти каким-то образом... Типа, я тебе не препятствую. Можешь тупо в маске забежать ко мне в КПЗ и все.
Потом офнуться. Это не сочетается с потом. Ты я с дробашом забегу туда всех, кто не мне надо вот. Не надо так делать, разносить. Просто забеги, пропиши сразу же мой, зайди заранее. Я надеюсь, если меня выкинут из тюрьмы, я буду рад очень. Если рассмотрят. А это. Ты где сам? А я сейчас посмотрю, куда они меня отвезут. Просто типа, если ты так предан мне, то можешь, конечно, я не против. Типа, ты сам видел, что происходило, и сам знаешь. Да у меня все в этом, в чат-логе все есть. Я что могу потом скинуть там? Да, у меня фрапс все, что они есть. Говорили. У меня фрапс есть, блин. Не волнуйся, братан. Так тебя же судили вот в ТСР, да? Нет, меня... Где ты стоишь? А где ты стоишь? На булке вот. А? Флойд Прайд? Серьезно? Да. Так а тебя быстро повяжут. Пропиши вот этот, как там в детективе правильно этот... Сам знаешь как. Ну, сам понял. Вот эта хуйня, как называется, типа, ну, этот... Как это называется? Блядь. А, слышишь, Кенши? Ай! Алло! Алло, Кенши. Ща, подожди. Так, я сейчас подцепил Фролова, возможно, он тебе чем-нибудь поможет. Вот, короче, понял, видишь, куда они меня везут? Езжай в РКПД, Флойд, езжай. Флойд, езжай в РКПД, жив. И туда, короче, забегаешь и сам, знаешь, что прописываешь заранее. Давай туда, в РКПД прописывай, как там вот это, освобождать заключенных и все. Понял, короче. Я уже близко тут. Все, надо, короче, чтобы они не успели подъехать. ФБР. И все. Если, короче, выпустят меня, ну, если ты мне поможешь. Блять, братан, я не знаю, что я тебе сделал, блядь. Отсосу, наверное, не знаю. Хотя я не такой цель. Отлично, 30 минут в КПЗ, я жду тебя. Тебе теперь надо пиздец как быстро ехать ко мне, блядь. Просто пиздец как мчаться нахуй. Тут два этого. Короче, один ПДшник стоит тут, всего лишь один. Тебе надо прям... Он АФК быстрее, блядь. Он АФКшит, может сейчас быстрее офнуться. Только меня этот как Фрея, как... Ну, это...